Всем привет! 126-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 24 июня. Если вы хотите, чтобы Халиль и Зейнеп поженились, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Халиль честно признался Зейнеп в том, что он зря все это время сомневался в ней и ее чувствах. Теперь он точно уверен, что они оба любят, и их чувства взаимны. Халиль впервые был таким откровенным, а вот Зейнеп еще не может так открыто говорить о своих чувствах. Поэтому она сделала подарок для Халиля, чтобы таким образом показать ему свою любовь. Гюльхан очень рада за брата. Она тоже поняла, что Зейнеп очень хорошая и ей можно полностью доверять. Сунгюль подслушала этот разговор Гюльхан и Халиля и пришла в ярость. Она понимает, что еще немного и Халиль женится на Зейнеп. И тогда ей конец. Халиль после долгих размышлений решает все-таки сделать предложение Зейнеп, устроив ей сюрприз на ветреном холме. Возможно, Альпер попытается ему помешать, придумав очередную пакость. А вы как думаете, Халиль успеет сделать предложение или ему помешают? Напишите свое мнение в комментариях. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.